Доброго дня. Сегодня Андрюша с Виталиком сделали заливку. Будут делать это для входа. Надо еще раз залить, а потом уже будем привезем газ-бетон. Это для фундамента, Андрюш, да, такой? Андрюш, надо еще для фундамента. Это мы залили, оно еще должно поставить пару дней. Максимум 3-4 дня, а потом собьем такие щиты под фундамент, чтобы ровненько их снова надо будет залить. И опять надо будет подождать, а потом уже, когда выльем фундамент, тогда уже будет газ-бетон. Тяжеловато сегодня было? Да, чуть тяжеловато. Хорошо то, что есть, что Виталик привез эту бетономешалку, не вручную. Здесь солнце, а здесь хоть чуть-чуть тенек, а да. В жаре то невозможно. Сегодня очень жарко, это правда. Невозможно, ну что сделаешь, хорошо, что. Ну это, считай, вот это нам пошло. 5-7 мешков цемента. Вот сюда пошло. На заливочку, да? Это 3×3. Почти на штык. Посчитай, пошло. Ну что сделаешь? Ты видала, как помидоры уже начинают делать? Да видела, ты молодец. У тебя они вообще высоко. Ну это поздние помидоры из-за этого. Ну а ты молодец, Андрей. Ты посмотри, какие не маленькие, низкорослые, а сколько на них помидор. Теперь не знаю, что нам хватит этого. Должно хватить щебня, Светлана. Да? Ну, надеюсь, что хватит. Сейчас пойдем посмотрим. Молодец, Андрюш. Хорошие помидоры вырастил. Сейчас посмотрим, там привезли они щебень и песок. Андрей говорит, что может не хватит. Ты думаешь, что не хватит, Андрюш? Ну, не знаю. Тимофей здесь у нас сидит. Должно поменял хватит, место. Вот так здесь чуть присыпано песком, щебень. Вот это наполовину щебень и песка должно хватить. Потому что я еще хочу, как сделает, когда газ-бетон это все сделаем, а я потом сзади хочу залить такую, как дорожку, чтобы можно было вокруг сарайчика не по земле ходить, а чтобы такую залить, поняла? Чтобы можно было ходить водичкой, чтобы стекать. Чтобы не ходила вокруг сарая по земле, чтобы болота не было, а такую заливку сделаем. Да, конечно. А с этого сделаем до сарая дорожку, я сделаю. С бракивки, да, будет? Да, крышу мы сделаем, наверное, четырех. Такая будет скатная, четырех. Угу. Одно окно будет, двери, и хватит. Сделаем такую высокую, тут полочки наделаем, и чтобы мы наверх что-то еще могли ложить. Потом ты ее поштукатуришь, да, сделаешь, ну, как да, это, да? И... Будет красивый домик, да? По делу это все. Я пусть такую дешевую плитку купим, плитку положим, то и все. А потом вот это, видишь, проблема света может и зимой быть такой. То купим такой баллончик газа маленький, это и газовую плитку, не дай бог, что надо, пошла себе подогрела. Конечно. Вот там некоторые писали, купите генератор, купите генератор. Ну, может, и генератор купим? Да, купим. Они так со временем, да. Я вытащил палочку волшебную, махнул, у меня все появилось. Ну да, ну это конечно, кажется. Можно говорить, у меня же нету палочки волшебной. Ты так загорел, слушай, тебе и море не надо. Шоколадный а? Такой шокараул. Ну что сделаешь. Некоторые ездят на море, а его лишь у меня море. Отдых по полной программе. Надо. Но зато у тебя вечером джакузи. Бассейн. Вечером обязательно. Надо будет включить, я же не включал. Сейчас машину, наверное, переставлю сюда. Да, сначала ты пойдешь покушаешь, а потом ты поставишь машину и включишь то, что надо, отдохнешь. Все-таки надо отдохнуть немного. Да, что отдыхать? Ну. Что отдыхать, Светик? Мы попугая перенесли на эту сторону, не, с утра. А мне кажется, его может чуть-чуть... Вот сюда потяни, потому что да, сейчас уже солнышко, его сюда, хорошо, да. Но ему здесь неплохо, я тебе хочу сказать. Это. Потому что здесь больше ветру, там оно как-то более на... Да, там закрыто. Закрыто, поэтому, вот да. Нас видит ему. Да, и вот тут постоянно людей много, да, скажи? Тимофей, скажи, людей много, я могу с кем поговорить. Да, ку-ку, скажи. Ему ку-ку. Надо приемник оставлять, радио, ку-ку, радио скажи. Когда играет, ему нравится. И мне веселее, скажи, да? Тан-тан-тан-тан-тан. Тимофей, Тимофей, а ну поговори. Скажи привет он всем. Ему нравится, когда музыка играет. Ему нравится. И Вилька с Дулькой приходят, его проведывают часто сюда, да? Так скажи. У нас будет пауза 2 или 3 дня, чтобы оно все подсохло. Нам надо с тобой сейчас... И будет хорошо, потому что нам больше не надо. Мне хватит, да. Вот это, чтобы я лопатой это поставил. Больше мне не надо того. Такой хоть дворчик нормальный.
Потому что мы смотрели, тогда было как бы готово, знаешь, как с пластика. Ну что с пластика? Во-первых, он не дешевый. И потом оно, ну, может лет 5 может простоять, потом какие-то дырки делать. Это для чего так себе сделал с газбетона и намного лучше. Конечно. Надо будет нам это сделать. Туда электрику, свет. Придется нам взять вот это. У меня осталась труба, вот эту, что полив делали. И мы ее вкопаем в землю. Поняла? И дадим, наверное, туда, чтобы свет был и хотя бы пару резеток сделать. Правильно. Даже не будешь там в темноту заходить. Ну, Но да. Я не хочу, чтобы провода были натянуты. Лучше в землю пусть. У меня труба осталась от полива. И в землю пусть. Ну, сейчас как раз говорят, что этот месяц, август, должен быть очень жарким. Ну, да, Тимофей? Африка у нас придет, да? Скажи, африканский климат, скажи, у нас будет, да? Ну, что сделаешь? Будет, то будет. А ну, поговори, скажи. Как будет, Светлана? Вода чистая или нет? Вода чистая. Ох, мы вчера купались в 11 часов. Так, вода была теплая. Комары не кусали? О, супер, водичка чистая. Только мух надо. Потом обязательно я под вечер прыгну в бассейн. Да, конечно. Да и сегодня хоть огород польем, потому что вчера не было воды, я только одну сторону полила, а сегодня надо будет огород полить. Я с тобой согласен. Только сегодня включили воду. Ну что сделаешь? Ну да. Ну ветерок уже какой-то все-таки появляется, может не так. А то с утра это вообще так жарко. Ну да. Ну, ты, разбойник. Разбойник. Я с тобой согласен. Тимофей, Тимофей. Тимофей, скажи. Пол света проехал, да, скажи? И на Украине оказался. Пол Европы. Мама хотела сказать, пол Европы проехал, скажи. И на Украине оказался, да? Тимофеюшка. Итальяшка ты маленький, да? А наши ребята что, спят, не? Отдыхают. Бабушка работает. Да, отдыхают все. Бабушка отдыхает, собаки отдыхают у нас. А что будет делать? Все правильно, жарко. Ну. Пускай все отдыхают. Я сейчас даже покажу, как они отдыхают. Идем посмотрим. Идем, Андрюш, как раз пообедаешь. Иди, я сейчас приду. Угу. Так, малыши уже встали, да? Отдохнули. Виля, идите на улицу. Идите на улицу. Ох, ты его зимой, скажи, боже мой. Идите погуляйте немножко, да? Идите. Идите с Золей вместе, прогуляйтесь. Тимофей вас зовет, скорей. Тимоша там нас зовет, скорей. Где там Тимоша? Ну, идем проверим, где Тимоша? Тимоша, Виля, идем. Где Тимоша, Доль? Если собаки даже на улицу не хотят выходить, ты посмотри. Будьте здоровы. Потягушки, да, Вилек? Жарко, скажи, не хочу на улицу, да? Не хочу на улицу, скажи, не хочу на улицу, да? Здесь я всегда оставляю еду коту. Он так иногда и в обед приходит, когда собак не видит, он все спокойно приходит. А вечером он всегда приходит. Да, скажи, не один, скажи, несколько котиков приходит к нам, да. И корм кушает, и кашу мама оставляет. То мясо какое-то остается. Ну, корм всегда у нас лежит. Ну, просто коты не все едят корм здешний. Не знаю, может быть, потому что более привыкли до такой пищи. Ну. Доля, что там? Доля дотронулась до щебеня, и оно повалилось, и Доля испугалась, да, Долюнь? Забрала свой мячик, главное, да, Долюнь? Дома прохладно, включили кондиционер, очень жарко. Рыбки наши. Бабушка спит. Да, уже Долька вернулась. Все, Доль, погуляли? Ну, хорошо понемножку называется. И я вам покажу сегодня мою орхидею. Новая орхидея мне расцвела. Вот она. Видите? Эта орхидея у меня была на улице. Я ее занесла домой.
потому что это уже отцвела, у меня кошачий глаз. И я забрала тушь с улицы, вот она буквально, это второй день, как она расцвела у меня. Эти еще цветут тоже. Вот. И вот это хорошо уже так. То был только один цветочек, так красиво расцвела. Ну, тьфу-тьфу, пока все, как говорится, живы-здоровы. Цветут нам всем на радость. Виля там что-то увидел. Вот ему нравится песок гребсти, да, скажи, Виль? Воля, скажи. Приходит домой, все лапы грязные в песке. Да, Люнь, ты ему не хочешь составить компанию, нет? Иди составь ему компанию. Артист. А у нас сегодня зеленый борщ. Приезжал сынуля. Уже мы практически доедаем. Это я утром сварила. У нас вчера не было воды. Рано встала, сварила. Борщик. Салатик у нас еще есть. Макарончики. Сейчас Андрюша выйдет. Будет обедать. И скажи. Потом после обеда у нас будет, уже спадет жара. Будем в огороде. Там я хотела некоторый бурьян повыбирать. Особенно там, где салат большой у меня уже вырос. Который мы не... ничего с ним не делаем, я думаю, что его навряд ли кто-то уже будет кушать. И мы его повыбираем. Сегодня посмотрим там морковочку, порядок наведем. Останутся только одни помидоры, а может в ближайшее время и с кабачками наведем порядок. Наверное, тоже уберем их. Да, Далюнь? Далюнька? Кицунька? Такая серьезная у нас Доля. А Виля на улице, сам по себе. Ну, ждем, сейчас выйдет папа. Так, после работы что мы будем кушать? Макарончики мои любимые, так? Твои разогреваются, это то, что остались. А это на вечер мне не хватит. Хватит, нет, будет пельмени. А, пельмени хорошо. А супа я не хочу. Это не суп, а зеленый борщ свежий сегодня, уже практически все доедали. А, это зеленый борщ? Да, сегодня я приготовила, все, кто приехал, все уже попробовали, кроме тебя. Ты все никак не можешь. Ну, что я сделала? А это что такое? А это шкатулка Коля собирает. Шкатулка? Да. А то она как мозаика или что там собирается? А где рисунок? А вот смотри, рисунок. Ух ты, красивая будет шкатулочка. Это надо собрать. Ну, уже Коляня начал, то пускай собирает. Да, прикольно, правда? Присаживайся. Спасибо, Светланка. А вот наши барбосы уже все поприходили в хату. Жарко они не хотят. Чуть поиграются и домой. Чуть поиграются и уже домой. Они к матери идут. Мать отдыхает тоже. Ну, конечно, жарко, то пускай себе спальню держит, что будет делать. По улице ходить. Ну все, можно покушать, так, Светланка. Да, можешь покушать.